Перед героями, павшими за свободу Родины, склоняем низко головы. Взлетают на ветру всполохи вечного огня у обелиска славы и ложатся цветы на черные мраморные плиты. Каждый год 28 сентября это священное для жителей Гулрыпского района место объединяет в едином патриотическом порыве ветеранов войны и молодых военнослужащих, работников администрации и школьников, вдов и матерей погибших героев. Почтить память боевых друзей, не доживших до победы, в Гулрыпш приехал вице-президент Абхазии Виталий Гапния вместе с главой правительства Бесланом Барцец. Мир мы уже завоевали. Теперь Абхазии нужно единство, которое поможет возродить страну и сделать ее процветающим независимым государством. С такими словами вице-президент Абхазии Виталий Габния обратился к собравшимся жителям района. Уже миновал 23-й год, как наша жизнь разделилась на до и после войны. Насколько была заплачена дорогая цена нашим народам, вы знаете, ушли лучшие из лучших наших отцов, друзей, братьев, без которых наша жизнь является также неполноценной. Мы выстояли, потому что были едины, сжавшись в один кулак. У нас не было другого шанса, ведь мы не превосходили противника ни в живой силе, ни в технике. У нас только был дух на понимании, что это последний шанс для нашего народа. В результате мы единственные из всего черкесского мира, которых рассеяно по миру порядка 2 миллионов, обладаем своей независимостью на своих исторических землях. И это бесценный дар, который мы должны удержать и передать последующим поколениям. С днем освобождения жителей Гулрыпского района поздравил глава Аслан Баратели. В своем выступлении он особо отметил роль в победе нашей диаспоры, друзей из России и братьев Северного Кавказа. Наша победа была справедливым завершением той борьбы, которую абхазский народ вел годами. Любой другой исход для моего народа означал бы полное его истребление. Бог был с нами, справедливость была на нашей стороне, и мы оказались победителями. Я поздравляю весь абхазский народ, поздравляю моих дорогих гулрыпцев с победой. Сегодня жители района отмечают праздник, в котором для нашего народа тесно сплелись скорбь потерь и радость победы. Главное пожелание в этот день – мир на нашей благословенной Апсны. Низ Фаршба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.